Уссурийцы привезли медали из Омска. Каратисты выступили на двух всероссийских турнирах – Кубок Приртышья и Омские звезды. В командном комплексе базовых техник Артем Маричев стал бронзовым призером. Владимир Севастьянов взял серебро в личном ката и выполнил норматив мастера спорта России. Золотые медали престижных всероссийских соревнований завоевали в Кумите Артем Ченцов и Ростислав Лукьяненко. Оба наших бойца провели по 6 сложнейших поединков, в которых доказали свое превосходство и взошли на вершину пьедестала. В возрастной категории 12-13 лет наши каратисты взяли бронзу командного ката. Медаль на счету Ростислава Лукьяненко, Андрея Казионова и Назара Котлярова. Младшим участникам команды повезло больше. Они завоевали золото в этой дисциплине. Победа Богдана Туркина, Ильи Шишкина и Артема Гейтса. Два наших бойца встретились в поединке за выход в финал возрастной категории 8-9 лет. Удача оказалась на стороне Александра Гапоненко. Но в итоговом поединке уссуриец уступил сопернику и стал серебряным призером. Роман Цыбук. Бульский провел бой за бронзу и выиграл. Еще одна серебряная награда у Богдана Туркина возрастной категории 10-11 лет. Парень показал прекрасную технику и стратегию ведения боя. А Илья Шишкин принес уссурийскую бронзу. В итоге каратисты привезли домой по 3 золотых и серебряных награды и 4 бронзовых.